Здравствуйте, меня зовут Леста Колосова. Мне 56 лет, я архитектор из Москвы. И это мой отзыв на 4 модуля школы коучинга Павла Колесова. В школу коучинга я решила вписаться в первую очередь для устранения своих внутренних конфликтов. За время обучения в школе я стала намного спокойнее. Я стала относиться к себе бережно и нежно. И это, наверное, главное. Потому что я по жизни очень упертая и настойчивая. И раньше, добиваясь своих целей, я могла себя буквально изнасиловать. Не слушала сигналы своего тела или сознательного, когда же уже надо остановиться и отдохнуть. И в результате все время была собой недовольна. И результатами своих усилий тоже. А после устранения этих конфликтов все стало получаться легко. Я научилась наслаждаться тем, что я делаю, а не постоянно рвать когти. Весна для меня – самое напряженное время. Весной всегда много заказов, и в собственном саду работы тоже непочатый край. И вот я заметила, что тот же объем работы я выполнила в этом году просто играючи, незаметно для себя. Я так удивилась, как легко все получилось, просто чудо какое-то. Я все сделала, что запланировала, и даже ничуть не устала. При выборе заказчиков и заказов я тоже теперь ориентируюсь на ответ тела. И теперь у меня только классные заказчики и очень интересная работа. Соответственно, нет конфликтов на работе. Не приходится преодолевать себя, чтобы что-то сделать. Я все делаю с удовольствием, легко и быстро. Еще я стала нарушать, где и как нарушают мои границы. Стала замечать, конечно же. Раньше это было просто слепое пятно. Теперь я могу осознанно принимать решение, буду ли я что-то делать для других сейчас или сделаю это позже, когда мне будет удобно. Или вообще не буду это делать. Это очень сильно повысило качество жизни. Отношения в моей семье тоже стали лучше. Они стали еще более теплые и доброжелательные. Ушли какие-то конфликты, недопонимания. Я уже несколько раз работала с мужем и с сыном. Дочка и зять пока еще не готовы, но тоже планируют пройти у меня коуч-сессии. Но в основном я, конечно же, работала с собой, пока вот училась в школе коучинга. И несмотря на это, меняются мои близкие. То есть я устраняю у себя очередной внутренний конфликт, и они тоже меняются. И вначале это воспринималось как волшебство. Сейчас я уже к этому привыкла. После прохождения мной первого модуля моему мужу на работе выплатили все долги за 3 года. Хотя я прорабатывала в коуч-сессии свой денежный поток и свое отношение к деньгам. После второго модуля я начала работать со сторонними клиентами. И поняла, что у меня получается им помочь. Люди остаются благодарны и хотят прийти еще. Это так приятно – видеть разгладившееся лицо, счастливые глаза, улыбку после твоей работы. И я поняла, что эта стезя тоже для меня открыта. Я думаю, что буду продолжать двигаться в этом направлении. На третьем модуле я прошла сепарацию от родителей. Ее провела для меня волшебница Танечка Кольцова. Во время сепарации и после нее для меня открылись каналы общения с моим родом. И теперь я умею с ним взаимодействовать, получать информацию и силы от него. В моем распоряжении вся накопленная моим родом мудрость. И теперь я могу исправить негативный опыт всех моих предков и изменить его на позитивный. И я могу исцелить мой род. В четвертом модуле мы изучали возрастные кризисы. Это очень ценный материал. Он помогает понять, где ты оступился в первый раз. Что стало причиной таких вот именно реакций на раздражители. И как это устранить, чтобы дальше жить счастливо. Ну, правда, я еще хочу пройти курсы по психотипированию и психосоматике, чтобы еще лучше разбираться в этих вопросах. Самым неожиданным, пожалуй, был очень быстрый профессиональный рост всех студентов.
Уже к концу первого модуля мы все очень уверенно проводили КС друг для друга и получали вот результаты позитивные, реальные. И я благодарю своих сокурсников за помощь, которую они мне оказали во время коуч-сессии. Ребята, ваша помощь была неоценима. Ну, и неожиданным было то, что когда меняешься ты, меняется весь мир вокруг тебя. Ну, то есть на уровне сентенций мы все это давно знаем. А вот так вот в жизни, на собственном примере, на собственном опыте я это ощутила впервые. И это было невероятно. В этой коучинговой программе очень сильный теоретический блок. Павел так мастерски скомпилировал знания из разных направлений психологии, объединив их собственным богатым опытом и выводами, то получилась просто гремучая смесь. Таких технологий больше нет. И второе – это практика с первых дней обучения. Это невероятный двигатель прогресса. Только начав применять все эти знания на практике, понимаешь, какая же это классная система. Как же она классно работает. Я выражаю благодарность Павлу за эту школу, за эти знания и за этот опыт. Но кроме самой технологии ВК, Павел давал много различных других техник. В частности, технику по работе с болью, с различными заболеваниями. И теперь я могу помочь себе и своим близким быстро справиться с недомоганием. И даже вылечить серьезные заболевания. Ну, правда, не так быстро. Ну, например, у меня вчера была температура 38,5, а сегодня я вполне здорова. Я делаю сама и научила своих близких делать упражнения зеркала и хвалить себя по любому, даже самому мелкому поводу. В результате я вижу, как их самооценка повышается. Они теперь больше довольны жизнью, и появляются реальные достижения. И то же самое касается меня. В результате устранения внутренних конфликтов ко мне уже вернулось огромное количество энергии, которое раньше уходило на борьбу с самой собой. В результате начали появляться желания, и постепенно я их реализую. Я снова стала рисовать, записалась на занятия антиграфити, стала больше времени уделять уходу за собой, стала себя баловать разными приятными процедурами. И я не собираюсь останавливаться на этом пути. И я хочу еще раз поблагодарить Павла Колесова за метод УВК, за школу коучинга. Я хочу поблагодарить всю его замечательную команду за поддержку и помощь. Моих любимых капитанов Александра Баженова и Нину Литвиненко за заботу, опеку и помощь в обучении. Всех моих сокурсников за опыт, практику и помощь в устранении моих внутренних конфликтов. И за простое человеческое общение. Здесь, в школе коучинга, я познакомилась с огромным количеством людей из разных уголков нашей огромной страны и даже мира. И в который раз удивилась, какие же у нас красивые женщины. Ну вот все до одной. И какие у нас надежные мужчины. И я всем вам желаю дальнейших успехов на этом пути, радости, любви и процветания.